будете задавать такие тупые вопросы, всех буду блокать. Заблокирую нахрен всех. You are from China, did, да? Нет. Я не китаянка. Кай жақтан сын, дид? Ақтөбе. Ресницы какой изгиб? Изгиб С. Изгиб С, 4D объем, длина с 12 до 15. Привет, вы учитесь? Да, я учусь. До сих пор учусь. Тужит пски кутерметр почему-то в армию. Доброй ночи, я пошла. И пока. Я учусь на специальность кибербезопасность. Привет. Мило выглядишь, спасибо. Вот у вас, да, и стрим Night Manche, где вот людей много. 75. Что с балансом? I love you, G. Thank you. You look pretty. Thank you. Жбанов нет. Я не в Октябрьске учусь. Я учусь в Алмате. Университет Нархоз. Нархоз. Чёртовой матери. Которая заставляет нас плакать. Инан Балам да ухает Нархоз дади. Нархозга, она у меня дорога, я мать. Привет, Татьяшка. Привет. Ну реально там не могут учиться эти обычные люди, я считаю. Все-таки там очень сложно, там требуется уровень определенный английского. Там требуется определенный GPA, IELTS, там и так далее. Нархоз, да, английский вообще хрен. В принципе, я не советую тем людям, которые, типа, английский да не шарят, вообще поступать в этот универ, потому что, по-любому, чтобы пройти на второй курс, у вас будет требовать уровень B1, это pre-intermediate. Если вы не пройдете, как я, будете учиться на летке, просто все платить, там, курсы, там и так далее. Будете все лето оставаться. Так что не советую. А если у вас, типа, есть IELTS хотя бы, как минимум 5.0, то, конечно, можно. Можете прям смело поступать. Вот, нас вот так вот травят страшно. Приветушки, привет. Так что лучше поступить в какую-то шарагу просто, если не хотите учиться. Не надо было поступить так. Мне надо было поступить в Жубанов, потом кайфовать там. А в Нархозе придется учиться прям конкретно. Я амин курс окей бежат. Курс еще какой-то стоит, ну нормально стоит, 84, это нормальная цена. Я думаю, еще тут чуть дороже будет, там 120. Ну хотя 84 сказали, нормально. Я дал указан, ой, иди нафиг, пожалуйста. Так, а где вы в Октябрьске живете? Я живу в 11-м микрорайоне, напротив Кервин Сити, там 9-этажка есть, теперь на Эксперима. Знаете, вот колледж есть, АСМК это. АСМК, как вообще шифруется токен? Не знаю. Я тоже забыла, короче. Шиканердить что? Ой. You are so sweet, thank you. Снимите туториал, как украсить брови, они у вас огонь. Чтобы получить такие брови, вам надо просто вот эту часть убрать.
Карандашпен ба? Да. Ерінбейсің ба? Из-за ее бывает у матери там. Ну я думаю, что я сниму вообще туториал на макияж, знаете, потому что меня много спрашивают. Ну, стрелки я, знаете, за через 2 года только нарисовала, у меня получилось это. Строительно-монтажный колледж. Да, кажется, Актюбинский строительно-монтажный колледж. Я забыла расшифровку. Вот там парни такие учатся, короче. Каждый раз после того, как я, например, ухожу же в магазин, там у нас рядышком Дина есть супермаркет. И когда я туда иду, такая домашняя одежда, они все парни подкатывают. Там, короче, мобеты учатся. Coca-Cola Original to... Что? А ой. А... Короче, я не могу прочитать это, извините. Да, знаем. Вот. Адам Бруншайна, корова. Когда каникулы? Каникулы у меня вообще-то уже начались. Но по каким-то обстоятельствам я остаюсь в Алматы. До конца... А, нет, до середины июля. Почти полтора года еще. А, полтора месяца еще. Парагвай был. То он так написал, что ли? Васка универма. Я рассматривала Казну и Сатпаев. Ну, Шараки. Нархозный рейтинг, значит, потому что Сатпаев это она и так Шарага. Ну, это чисто мое мнение, конечно, я никого не осуждаю. Тех, которые там учатся. Казну мне вообще не нравится. Он, не знаю, Казну для меня red flag. Но там, конечно, есть свои плюсы, потому что там можно рубежки закрыть за 5-10 тысяч тенге. Да, там, короче, взятки. Казну и состоит из таких людей. Взяточники все. В нархозе можно учиться. Я еще раз повторяю, это чисто мое мнение. Я не навязываю. Может быть для вас Казну это такой классный универ, но для меня это полностью Шарага. Сатпаев тоже самое. Я отметил Нархоз Бен Кимеп Токанамой. Да, Кимеп вот офигенный универ. Она даже намного лучше, чем Нархоз. Нархоз отстает от Кимепа. Но все-таки Нархоз есть Нархоз. КБТУ. О, не знаю, как будто мне вообще не нравится. Не ЕКШТЭК, летка есть? Нет, у меня леток нету. Просто у нас был экзамен, чтобы определить уровень английского. Чтобы пройти на второй курс, мне нужен был уровень B1, это pre-intermediate. Я сдала экзамен, но у меня, оказывается, уровень А2. Ну, в принципе, это законно, потому что я на этом семестре закончила этот уровень А2, и я получила свою А2. Я на B1 даже не претендовала. Поэтому Нархоз устроил нам типа скидку, открыв курс интенсивного английского уровня, чтобы типа подтянуть английский. Вот. Курс платный, конечно же, но нормальная цена за месяц. 84 тысячи. Ну, это как летка, но это не летка. Но я летом буду учиться, но это не летка. Вот так. Это просто, мне кажется, тактика Нархоза. Девочки, ни в коем случае не интересуемся на богатство. Мы вообще о чем речь идет?
сможете. Не знаю, я в себя верю, думаю, за месяц я подтяну английский на до уровня B1. Но это, с одной стороны, хорошо, думаю, зато смел английский. Вот, с одной стороны, если бы я прошла вот через каких-то знакомых, возможно, я бы перестала учить английский в будущем, оно мне по-любому понадобится, потому что у меня такая профессия, которая прям тесно связана с английским. Из-за этого мне когда-нибудь нужно будет подтянуть английский. Я думаю, надо это начать сейчас именно.